Всем привет! Это вторая часть видео про одежду. Первое видео уже есть на канале. Там будут такие базовые, прям максимально луки. А сегодня более необычные. Да, конечно, повседневные тоже будут. Но как бы... Тут больше таких необычных вещей. Первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот полар. Я не знаю, как правильно, 93-е. Такого нежно-голубого цвета. Мне кажется, они довольно-таки мило выглядят. И к ним у меня вот такой вот топик. Топик с ФБ. Честно, в этом луке я сразу почувствовала себя каким-то рэпером. Я не знаю, с чем это связано. На самом деле у меня есть еще два топа, которые можно носить с этими джинсами. Первый вот такой леопардовый, к сожалению. Из всего леопардового разнообразия. Мне подошел только вот этот. Вот это вот не подошло, но я надеюсь, да. Еще вот на эти. И третий топ к этому образу, вот такой вот песочного цвета с милым запончиком, который расстегивается по-настоящему. Следующие вещи я не подобрала никакой лук, потому что она у меня появилась случайным образом. Это вот такая вот винтажная куртка от Nike. И вроде как она оригинальная, если я все правильно поняла. И не проебалась. Следующее, что вам покажу, это вот такой вот милый, максимально девчачий костюм с бабочками. Вот. Такой вот топик и такая же юбочка. Ну, очень мило выглядит, я не могу. И последняя на сегодня вещь очень-очень спорная и неоднозначная. Это вот такие вот короткие шорты в стиле 2000-х.